На войне за ровные дороги все средства хороши. Общественники предложили оснастить асфальтоукладчики видеорегистраторами. Необычную идею озвучили в мэрии в ходе круглого стола, за которым собрались городские чиновники, представители строительных компаний и активисты общественных движений. Власти инициативу поддержали, отметив, что такие меры помогут установить дополнительный контроль за качеством укладки асфальта. Напомню, в прошлом году многие екатеринбуржцы жаловались, что стали свидетелями того, как дорожные службы кладут покрытие в дождь и снег, что по ГОСТам недопустимо. Регистраторы свяжут руки нерадивым дорожникам. Также обсудили планы на дорожную кампанию 2013. Так отныне разметку будут наносить исключительно пластиковую. Основным типом покрытия станет более долговечный асфальт. А чтобы материал не испортился, сроки перекрытия дорог после ремонта увеличат. Это, конечно, не дело, когда еще асфальт после уплотнения, так скажем, не выстоялся, все химические реакции не произошли, а большегрузовые машины уже начинают ездить по этой дороге. Понятно, что это непозволительно.